Полгода вдали от родных и близких проведут сотрудники полиции. Сводный отряд УМВД России по Ивановской области в составе 50 человек отправился в командировку в Ингушетию. В группе представители патрульно-постовой службы, участковые, офицеры уголовного розыска. 6 месяцев они будут выполнять боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. Основная цель для откомандированных – помощь местным сотрудникам органов внутренних дел и поддержание общественного порядка. Чтобы проводить офицеров к зданию МВД, в воскресенье пришли их близкие, родные и друзья. Получилось очень душевно и трогательно. Начальнику МВД пообещал офицерам по завершении командировки премии и другие поощрения. Всегда помните, что за вами и честь УВД, что за вами ваши близкие, родственники, и вас всегда ждут. Поэтому независимо на службе либо в быту, необходимо быть предельно внимательными и выполнять все требования федерального закона полиции. Буквально через 2 месяца я прибуду к вам в распоряжение и обещаю, что привезу и посылки, и письма от ваших близких. Поэтому не за горами наша очередная встреча.